Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Ведьмак. Так, загружаем. Угу. Мне сейчас надо будет бежать. Бежать и бежать. Нет, это я где? Ага, это я на озере. Так, а где у меня проход? Проход в деревню там. Так. Собирать-то я уж ничего не буду. Так, элемент доспехов. Доспехи-то, я не знаю, мне вот они не обязательны, наверное. Если, конечно, они не нужны для прохождения игры. Так, где-то тут надо выходить. Понял. А вот почему дорога к полям. Ну ладно, давайте посмотрим. Блин. Мне вообще-то не к полям надо. Эх. Проход к деревне, все время влево забираем, а поэтому врагу и бежим. Хрен здесь куда свернешь. Да, это не готика. Свернуть некуда. Ох ты, везде где-то страшно, он волк аж трясется. Ну давай, давай. Вон, мне туда. Давай, с мечом ты быстрее бегаешь, чем без меча. Это без меча ты как будто гуляешь. И опасность, да, миновала. Волк перестал трястись. Деревня. А, это трактир, это не деревня. Так, подождите. Ты странный. Здесь воняет. Блин, блинский. И никого нету. Сын кузнеца. О, жена кузнеца. Приветствую. Здравствуй, я ведьма. Еще бы. Я готовлю традиционный тимирианский бигас. А работы для меня здесь нет. Если меня память не подводит... Я убиваю чудовищ. Утопцев, Кикима. Уверена, мне еще понадобится. Судя по... Да ничего особенного. Может, только что прири... Пахнет так аппетитно. Неудивительно. Ты... Суд... Вот, держи.
Так... Мне как раз нужен такой жуткие человек, как жуткие проблемы с мужем, наверное, боги меня покарали. Ты представляешь? Этот старый пердун нашел себе суккуба. Думает, я не слышу, как они по ночам кувыркаются. Да только слух у меня почти да. такой. Я так понимаю, ты хочешь, чтобы я избавился от суккуба? Знаю я одно народное средство. Мне о нем еще матушка рассказывала. Отправляйся-ка ты в поле, да кокни там полуденицу, что там бродят. В волосах каждой из них есть пыльца света. Принеси мне 9 горстей этой пыльцы. Мы еще не обсуждали вопрос. Да, дорогуша, я прекрасно знаю, что бесплатно в этом мире ничего не делается. В таком... Ну вот. Хоть это мне не надо, ну ладно, полуденица. Раз хренакая. А что мне? Так. Выпить бы. Ты-то, может, и живешь долго, но я бы не хотел жить дольше, чем мои отец и дед. Чушь. Так, я ладно. Я должен это сделать. Дверь в хижину Алины. Здравствуй. Приветствую. Я Геральт, ведьмак. Маэстро Лютик как-то пел прекрасную балладу о любви про одного ведьмака. Это согревает мне сердце. Ведьмаки, они как рыцари, которые сражаются против зла и несправедливости? Так. Не совсем. О, баллада была такая романтичная. Влюбленные. Да уж, романтика. Я скоро выхожу замуж. Это ты заботишься об Альвине? Да, чудесный мальчик. У него такие большие глаза. Ага. К сожалению, мой будущий муж не хочет усыновить Альвина. Он такой рациональный. Понятно. Я бы... Пожалуйста. Обычно он играет обычно в деревне. Он играет в деревне или помогает... До свидания. Если зайдешь в таверну, посмотри, не морочит ли там Селина голову моему жениху. Что твой жених забыл в таверне? Он очень зол и отказывается разговаривать со мной. Видишь ли... Мы поспорили из-за Альвина. Уже ссоритесь. Он хочет, чтобы у нас были свои дети. Говорит, надо отдать Альвина в храм Мелителия или в Ведьмаки. Ты найдешь его в таверне. Нет. Его зовут Юлиан. Понятно. Что он мне находит? Привет, Геральт. Я тоже. Да. Мы будем два чудовища и злодея вместе. Ты идиот. Нельзя обижать других, а особенно убивать их. Обещаю. Но ведь тут есть в округе эльфы. Одна такая красивая, у нее такие глаза. И она ругалась, Тобиас. Так, мне очень нужно поговорить с... Это не Алина. Все ребята в это играют. Ты можешь быть великим магистром или кровавым Ельвином. Поговорим позже. Да. Как ты попал в темноводье? Я играл с Шани, и вдруг в дом вошли какие-то люди. Один из них был в очках. Что было дальше? Шани страшно кричала. И тогда тот в очках сказал, что он ей покажет, что значит настоящий мужчина, а то она предпочитает урода. Шани ответила ему очень грубо. Я догадываюсь, куда. Они ничего не сделали. Нет. Тот в очках заплакал, а остальные боялись подойти к Шане, которая... Шане умеет постоять. Я побежал, а они погнались за мной. Они меня увели куда-то, и я испугался даже больше, чем... Так я закрыл глаза и представил, что я далеко-далеко. А потом Алина меня нашла. Я верю. Я не хочу туда возвращаться, Геральт. Все в порядке. Я буду хорошо себя вести. Альвин. Геральт, ну пожалуйста, мне эта игра... Альвин. Ладно. Ой, а чё я вышел-то? Подождите, я чё вышел-то? Вы уже читали эту книгу. Так, понятно. Так. По землю. Блин-блински. Так, ладно, в доме у тебя побывали.
Приветствую тебя, господин. Меня зовут Адам. Я Геральт. Я пытаюсь написать любовный стих для моей возлюбленной. Попроси Лютика, он тебе поможет. Он объявил, что любовь должна стать моим вдохновением, а сам... Маневра. Он старательно ухаживает за дочерью мельника, чтобы вызвать ревность Милсдарыни Орлены. Он хитрый, Лютик. Как лис. Мне нужно... Да? Видел эльфов в округе? Да. У них тут лагерь неподалеку. Они настроены мирно? Совершенно. Господин Тобиас хотел помочь им, но и главный эльф... Очень в духе эльфов. Стой, куда? Да? Ты любишь... У нас тайная связь. Никому об этом не говори. А брак настоящей любви не помеха. Пока. Блин. Какой-то он идиот. Ладно. Мне сюда. Дом пекаря. Так. Так. Так, бутерброд с курицей. Ох, женщины. Какие тебе женщины, господи. Да стойте. Чем? На. Так. Основа для эликсиров. Хреново, что у тебя такое разнообразит. Очень хреново. Посмотрите в нем. Да, впечатляет. Вы посмотрите. Хм. Мы планируем, что она спарится. Хм. Это будет не... Не сомневаюсь. Ах, наш... Пока. Вы... Блин. Это... Не с... А? Пока. Ладно. Ой. Так, посмотрим, что у тебя. Так. Так. Понятно. Ну-ка, у тебя, кстати, я... помедитировать-то можно? Прощай. Блин, не та дверь. Вот дурные девки. Беренгар, ты уж точно красивее тебя будет. Да пусть будет, чё. Хочу кусочек. Здесь воняет. Ну-ка давай-ка до ночи подождём. Yeah.
Ну-ка, вот так вот. Охранник коровы. Посмотрите внимательно. Да, впечатлен. Вы посмотрите. Мы планируем это. Не сомневаюсь. Ах, пока. Да. Вы. Мы планируем это. Не сомневаюсь. Ах, пока. Ну, тебя как-то, не знаю, заруби, что ли. Блин, даже не знаю. Ну-ка, давай-ка, ладно. Сбегаю, посражаюсь пока. Так, мне куда, в поле же бежать? Никого нету, никого не вижу. Увидел, что не должен был видеть, да? Доброе утро, ведьмак. Мое почтение. Моя сестра выходит замуж за человека, который ей даже не нравится. Мне нечего надеть на свадьбу, потому что наш отец потратил все... Более того, стоит жуткая жара, которая все... Не так уж хорошо. Да? Я бы... Я не в настроении. Ну-ка, ты что мне скажешь? Геральт. Это снова ты. Как дела? Мне удалось разыскать Альвина. Альвина. О чем-то таком Трис меня просила. Ой, вбивала мне в голову это целый час. А, она дала мне для него... Лютик, ты хоть что-нибудь способ... А знаешь, Геральт... Какая посылка? Не знаю, это для меня... Прекращай дуться, Лют. Ну ладно. Письмо от твоей возлюбленной. Шани? Да? Ну-ка, Юля. Твоя мамаша сосет у краснолюда. Господи, охренеть. С водяными можно договориться. Неужели? Такова воля владычицы озера. Нет, ведьмак, я ведь не... В таком случае я должен передать ей от тебя дар. В знак твоей верности... Конечно. Что мне ей... Алиба... Держи. Мне бы заплатили за нее неплохие деньги. Так, ладно. Хочу подраться. Трактирщица. А, так трактирщик. Чем? Так. Ищ. Да? Так, мне тебе чего дать-то на сохранение? Вот это, наверное, тебе отдам на сохранение. Мне она не нужна. Вот это отдам тебе на сохранение. Но это пока что. Ну и все. Нет, сваливаем. А где вообще это время мерится-то? Как узнать, сколько время? А вот все. Ну подожди.
Так, вот. Дорога к полям. Сейчас там немного повоюю. И посмотрим. Сколько полуденец мне там, да, надо? Яга. Нет, не она, ты мне нужна. Опять яга. Да где ты, мать его? Так, а кстати, можно вот в склеп сходить. Чуть налево, да, повернуть? Так. Давай. Дверь в склеп. Давай зайдем. Подожди. Так, мне надо. На. Прям тебя в план. То есть я могу взять? Ну ладно, посмотрим. Так, зелье кошки. Филин. Чофи повышает энергию. О. А что, у меня она одна, что ли? Не должна быть? Так. А действительно, смотрите-ка. А нет, вот еще кошка, так. На. На. Здесь был, всех убивал. На. Да.
Вот-то. Да ё-моё. На. Не понимаю. Был я здесь уже. Точно был. Так. Да подождите. Все с вами ясно. На. Вот так. Время боя, да все там уже боя нет. Время, кстати, 2:30. Все, можно уже обратно подбежать. Так, полуденницу еще раз посмотрю, здесь она есть. Нету. Блин, когда было, надо было гасить. А сейчас нету ее. Гимнация. Догоняй. Я с железякой на плече быстрее тебя бегу, кстати, заметь. О, какой резвый мальчишка. Опа. И метнулся в деревню по-быстрому. Полуденница, это днем, по-моему, надо ее искать. Я думал, она ночью тоже бродит. Она, походу, делает только днем. Ах, игольчатый мир, игольчатый мир. Ты чё спать-то не идешь? И что теперь делать? Сейчас посмотрим, что тебе делать. Mm-hmm.
Ладно, не расходятся. Кузнец. Так, а мне что получается? Нет, нет. А, ну да. Полудница, это значит в полдень надо идти. Еще можно. Пастушка. Смотри. Господин ведьмак, настоящая королева. Блин. Я всегда была умной. Охоль. Я бы... Я не... Не к добру это. Приехал издалека, никакой свадьбы не вижу. Да вы все вокруг меня столпились, падла. Ладно, пойдем за полуденцей охотиться. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, только беготня, беготня и беготня у меня тут. Развалины, рухнувший мост, проход в поля, таверны, хижина, знахарки. Вот, ну как, давай к знахарке зайдем. Тут-то вроде все нормально. Бутылку с водой выкинуть. Так. Для эликсира. Вот эту возьму. Как раз. Блин, не меч-то здесь не достается. О, волки впереди. А я тут был. Так, дорога к полям. Вот здесь у тебя видел. Вот она. Берем с ним.
Пыльца света. Нету места. Так, все. Две штуки есть. Там, да, ничего не получается. Ладно. Будем искать. Полуденница, он целых две даже. Подождите, у меня где-то тут бомбы для вас были. Так, нет, нет, вот. Все. Так сойдет. Взять все. Конечно, взять все. Эх, у меня что там 9 есть? Нет, еще 6 только. Свеча друида. Должен что-то возложить. У меня пока нечего сказать. Убегаем. Дверь, отшельник. Ну поговори со мной. Чем? Ведьмак, у меня есть проблема. Чем я могу... Неподалеку... Кольцо друидов, ну, статуя богини, это место, учиться силы, привлекать того, что... статуя богини, неудивительно. Дикая охота начала недавно посещать кольцо. Ее король надеется привлечь... Я уже имел дело с охотой. Я хочу, чтобы ты убил 9 призраков. 9 священное число. Конечно. В таком случае, как же мне сражаться? Найди корень мандрагоры около курганов возле моей хижины. Он поможет сдержать короля охоты. Просто зажги свечу, которая стоит внутри круга, и окропи пламя мандрагорой. Надеюсь, это по... Блин, что-то надо выкидывать. Нерв кикиморы королевы.
Так, ладно. Зажги пламя. Не туда. Лук очищающего огня. Свеча друидов. Чувствую, не так это сделал. Так, Лютик вспомнил, что Трис передала для меня письмо. Так, я должен дать амулет парнишке как можно быстрее. Последний раз, когда я его видел, он был в доме Лини, наверное, он где-то неподалеку. Жена кузнеца попросила меня избавиться от суккуба. Так, это вот я сейчас делаю доспехи. Это ладно. Наярка, наконец-то я познакомился с Селиной, сестрой Лины, она ревнует, так. Однако его Селина не интересует, так как Алине не о чем волноваться. Вопросы предназначения Бенгара не интересуют, я должен вернуться к владычеству озера и о решении Беренгара. Ведьмаков жизнь, да. А еще он сказал, что сотрудничать с саламандрами, считая, что нет разницы между ними. Понятно. Останки, останки. Давай, полуденница, где еще-то? Пусть малины. Вот. На. Вот так. Я сам в шоке. Еще надо одну. Полуденницу. Ищем. Ну где ты? Еще одна. О! Вполне. На! Что? Все, мы все забрали. Теперь можно возвращаться. Так, где я? Я здесь. Это что-то курганы. Хрен на них. Небольшая ферма. Вот проход к деревне. Бежим к деревне. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Да ё-моё, Калич, вонючий, слазь давай. Ну вот эта беготня вот это раздражает. Я, конечно, понимаю, чтобы она была там. Но не настолько же. Хоть бы из готики пример брали. Поздно. Надо было раньше не появляться. Теперь сама. Бежим, бежим, а тут безопасная зона, вон. Даже значки не горят. Столько оружия, я пользуюсь только двумя мечами. Кошмар. Кошмар. Антрикот. Давай, 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 давай. Старость, не радость. Итак, мне сюда. А где хоть кто-то? А вы чё, падлы? Шутки со мной шутите. Милздар. Я наконец-то. Теперь. Прощай. Так. Ну ладно, здесь хоть сделали. Кланяюсь, Милздар ведьмак. Люблю. Тихо, тихо там. Фигушки, Беля. Ты не ведьма. Именем. Зачем? Я видел Юлиану и Селину вместе. Селина иногда может быть совершенно несносной. Просто ей давно пора замуж. А Юлиан, я хотела убедиться, что с моим дорогим Юлианом ничего... Эх, ж... Подожди. Что он в ней находит? Зачем? Я ищу... Мальчишка, как ртуть, он повсюду. Если его нет в деревне, ищи его возле берега реки. Тогда я пойду. Да стой! Он вел... На самом деле он рассказывал мне страшные истории. Я думаю... Помнишь, что он говорил? Ужасные. Ужасные вещи. Ужасные и прекрасные. Что-то про... Романтично, я знаю. Спасибо. Зачем ты искал? До свидания. Так, именно так. Давайте-ка сохранюсь. Мне надо, значит, парня найти. Где-то среди вот этого... у берега. Бумбалакидон, бумбалакидон. Сын кузнеца. Ну, пойдем по берегу. Будем искать. Только какой берег-то мне нужен? Этот берег, тот берег. Геноция. Вот, нашел, по крайней мере, и то ладно. Яга. Я уже не хочу. Красавица. На.
Еще. На. Вот так. Ну, малой. Геральт, ты спас меня? Уже все в порядке, ты в безопасности. Я знаю. Почему ты играешь у реки? Я нашел раненую собачку. Шани сказала, что мы должны помогать тем, кто... Что мне тогда в голову пришло? Пушишки? Может, будем жить вместе? По крайней мере, я хоть предложение не сделал. Шани заслуживает нормального мужа, который будет о ней заботиться, а не бродить по свету, рискуя головой за гроши. Я не имею права ставить ее и Альвина в такое положение. Я ведьмак. Хотя временами я жалею. И тоскую. Он зарезал его. Вот так вот. У меня есть для тебя подарок. Нравится этот двемеритовый амулет? Ожерелье для девчонок. Этот амулет магический. Он прекратит твои ночные кошмары. Я тоже ношу такой амулет. Амулет, как у тебя. Здорово. Ты хочешь жить с Алиной и Юлианом? Мне снится Алина. В моем сне очень жарко и тихо. Я вижу, как она танцует под лучами солнца. Это просто сны, Альвин. Не... Ведьмак, а ты не хотел бы жить с обычными людьми? Ведьмаков создали для того, чтобы защищать таких людей. Альвин, надень ожерелье. Тхоэна, посмотри мне в глаза. Я не обязан с тобой разговаривать. Альвин. Теперь ты понимаешь? Ты видишь необходимость... До встречи. Да. Понятненько. Что где было? Господи, я-то думал. О, а мне не туда, мне же обратно в деревню надо. Так. По дороге прифронтовой шел ведьмак в шинели новой. Да? Не Теркин Василий, а ведьмак Геральт из Ривии. Блин. Подожди. Что тебе еще-то дать? Блин, даже не знаю. Кланяюсь, красавчик. Ты иной. Как интересно. Чушь. Урены. Да господи, мне не они нужны. Где этот Плюшкин? Так. Масло от призраков.
чтобы мне сбросить подарок. Платок сброшу. А это что? Принесла нелегкая. Заткнись, козел. У меня корова там ждет, пока одна. Надо успевать. Не смел сдать ведьмак. Ты иной. Му. Слышал, слышал. На. Не жалко. Конечно, конечно. Что мне тебе дать еще? Мед ты не жрешь? Так. Что мне нужно сделать? Что тебе надо дать, чтобы ты со мной пошла? Так, бутерброд с курятиной. Конфета, мало ли. Не знаю, хлеб и уже и конфеты. Так. Ладно, в общем, на этом все. Будем пытать корову пока. А вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.